станет за народ, за Господа, кто кровь прольет, тот в зал героев пусть войдет и честь и славу обретет. Когда мы сделаем свое дело, они назовут нас убийцами. Корнелий Слейд, быстрый левый хук гласа народа. Мы заменим одну ложь на другую. Да будет по слову нашему. Я с этой Фицрой в одной упряжке и поневоле. Навряд ли все те, кто вонзил ножи в Цезаря, в мирное время преломляли хлеб друг с другом. Когда Комстока не станет, деяния моих людей будут освящены, и ребята возьмут свою долю. Мне до этого можно и не доживать. Отец Комсток, командир 7-го кавалерийского полка. 7-м полком командовал не он. Черт, я его вообще там не помню. Капрал Дэвид в тот день проявил себя на поле брани. О чем это он? Слейд, это ты? Ты ведь всегда был другим, Букер, ведь так? Ты не искал славы. Слушай, я вижу, у вас тут заварушка. Мы просто хотим попасть туда, где хранится шок Жокей. Мы сразу... Этот жестянщик Комсток хочет убить моих парней. Но мы не умрем от его руки. Сейчас что-то будет. Нам осталось лишь выбрать, как мы умрем. От рук настоящего солдата или жестянки. Просто отдай нам шок, Жокей. Если хочешь энергетик, Букер, ты дашь моим солдатам умереть достойно. Они ждут у Вунды 3 и в Пекине. Доктор прописал. Я попробую снабжать тебя бинтами и патронами, но я не всегда могу найти, что нужно. Боксерское восстание. Что там случилось? В Пекине я и мои солдаты спалили весь город. Конечно, Комсток излагает эту историю иначе.
взгляд раскосых глаз. Они обманывали нас, но наш пророк, их ложь презрев, святой на них обрушил гнев. А, я читала про это. Комсток повел колумбийцев в тупики. Комстока там не было! Боксеры оставили меня без глаза и трех десятков друзей! И хоть кто-нибудь помнит об этой жертве! Не жалейте сил! Ты разделишь мою судьбу! Пожарник, осторожней! Гримоду! Не вынуждай меня, Слейд. Просто отдай мне... Да. После того, как ты сделаешь то же для меня, ты найдешь меня среди заклинателей духа. Среди заклинателей? Он про Вундадни. Хочет, чтобы мы перешли в другой зал. Слышишь, как идут жестянки Комстока, чтобы заткнуть нам рты? Это мы истинные патриоты, но нам нет места в их учебниках истории. Солдат. А ваш спутник, юная мисс, покрыл себя славой 29 декабря 1890 года. О чем это? Тебе лучше не знать. Кто ты? Танцевали они, но наши солдаты разбили врага, и кровь дикарей обогрела снега. Ты был там, у Вундадни. Я вижу по лицу. Расскажи, Букер, как мы шли по полю боя, подобно спартанцам. Крики у меня до сих пор в ушах стоят. Интересно, слышишь их? Жалейте сил! Вот солдат, о котором я рассказывал! Тот, кем притворяется Комсток! Убедитесь сами! Сражайся, как мужчина! Мы нанесли
позволил умереть достойно. Я не просил об этом. Эти люди мне ничего не сделали. Герои не просят. Я не говорил, что я герой. Тогда кто ты? Если выбросить все части Букера Девита, которые ты хотел стереть, что останется? Вернись в Родонду. Уже почти все. Про что это он? Что ты хотел стереть? Теперь, выбравшись на волю, ты видишь, что у сидения в клетке есть свои плюсы. Я должна иметь право выбора, мистер Девит. Чего бы это ни стоило. Да? А если однажды ты поймешь, что тебе не нравится твой выбор? У меня есть то, что тебе нужно, Букер. Ты найдешь меня у памятника первой леди. Нашла деньги. Вот, держи. Есть! Ты видел, что Комсток сделал с моей историей. А теперь посмотри, как он переписал свою. Всего неделю семя пророка было в утробе нашей леди. У Комстока был ребенок. В книгах нет совсем ничего об этом. Вряд ли о нем просто забыли. Думаю, это не случайно. Дитя было больно, и леди молилась о его здоровье день и ночь. Это моя башня. Узрите! Дейзи Фицрой убила мою любимую! Но ребенка я не отдам! Пророчество сбудется! Семя пророка взойдет на трон! И пламенем омоет людские горы! Дочь Комстока. Нет, не может быть. Нет! Он хочет, чтобы ты пошла по его стопам. А я, допустим, хочу щенка. И что с того? Тут замок. Тем, кто любил меня, я всегда была щедрой. Никогда не отказывала им в боли, охотно шла на предательство. И когда я сожгла сердца всех тех, кто любил меня, пророк сказал: «Что бы ты ни делала, я прощу тебя, ибо Господь дал мне взор, а в его глазах даже ты обретешь любовь». Слишком большой, а вот я пролезу. Я разведаю, что там. Посмотрю, можно ли пройти. Смотри. Это? Разрыв. Я могу такие делать. Грузовой крюк. Очень кстати. Да, это же исполнение желаний. Ладно. Понадобится крюк, только скажи. Вон! Вот этот! Есть!
Кажется, их там много. Когда я нервничаю, сразу появляются разрывы. Букер, видишь там разрывы? Мы используем их против людей Слейта. Этот разрыв откроет путь наверх. А в этом мы получим турель. И укрытие. Этот! С пушкой! Спасибо! Выкормыш Констока умеет удивлять. Ты хоть понимаешь, с чем имеешь дело, Букер? Довольно, Слейт. Нам нужен энергетик, чтобы убраться с Колумбии. Мы заберем его так или иначе. Слейт! Нашла деньги. Отлично. Ищи, где тут энергетик Шок Жокей. Выскреб души! И теперь
он идет за мной. Когда меня не станет, останется только ложь. Отдай то, зачем мы пришли. Открой. Пожалуйста. Элизабет. Ладно. Готово. Нашла деньги. Вот, держи. Пойдет. Тут все вверх дном перевернуто. И никакого шок-жокея нет. Может, их забрал Слейд? Смотри. Все. Тут замок. Уже. За Слейтом. Это Слейд сражался за свою страну при Вундетни. Это Слейд брал штурмом ворота Пекина. Слейд! Слейд! Комсток идет, Букер. Но наших жизней ему мало. Он не успокоится, пока не превратит нас в жестянок. Но мы ему не дадим. Он забрал мое прошлое, но больше ничего не получит. Давай не будем, а? Просто отдай энергетик. Вперед, бойцы! Умрите, как солдаты! Убей меня! Букер Дэвид, которого я помню. Ты жестянка! Что ты способен? Ну же, Дэвид! Не разочаруй ребят! Не жалейте себя! За славу Колумбии! Моя цель истинна, ибо я глаза пророка! Я... Мои солдаты обречены. Нас ждет та же участь, что постигла Кастера на Литл Битхорн. Однако мой разведчик видел его. Сюда, к нам, в зал, идет Букер Дэвид. Дэвид, мы звали его белым индейцем Вундетни. Сколько жутких трофеев он собрал. И такой человек, как он, может помочь нам наконец обрести покой. Это все, что ты можешь?
Покажи, что умеешь! Этот! Сейчас. Открой. Еще не все, солдат! Дело надо довести до конца! Стреляй! Ты не человек! Ты оловянный солдатик! Нажмите, чтобы выстрелить электрическим разрядом. Зажмите и отпустите, чтобы создать электрическую ловушку. Ты пожалел его? Нет, это жалость. Теперь его схватит Комсток. К этому вообще привыкаешь? К убийству. Знаешь, похоже, энергетики очень сильные. Я попробую снабжать тебя снарядами. Спасибо. Ты сам мне объяснял. Иногда просто нет выбора, если хочешь выжить. А если получаешь удовольствие от процесса? Букер. Ты славный человечек. Поэтому чем меньше ты обо мне знаешь, тем лучше. Станет за народ.
Нашла деньги. Забирай. Спасибо. Какая ерунда. Прошу.
меня зовут Букер. Я непременно извинюсь за эту ошибку. Букер, когда по нам перестанут стрелять. Если тебе интересно, я вон там заметила припасы. За славу Колумбии! Господь судит, я действую! Букер, шестеренки! О! Хоть убей, не понимаю, как ты делаешь эти разрывы? Я всегда считала их дверьми. В детстве я их не только открывала, где найду. Я могла их создавать. Создавать? Я могла попасть, куда я хочу. Но меня всегда тянуло назад. Что? Я не знаю. Может, семья? Хм. Но как ты вообще это делаешь? Я пыталась во всем разобраться. У меня было много времени на чтение, я копалась в книгах по физике. И что ты смогла узнать? Что видимый мир мало похож на то, что есть. На самом деле. Нашла деньги. Вот, держи. Получит то, что ему нужно, и сразу бросит. А чего еще можно ждать от лжеца и убийцы женщин? Пророк! Кто бы ты ни был, я ухожу, и ты не сможешь мне помешать. Ах, милая, тут ты не права. Патроны, Букер! Букер, лови! Ракета, Букер! За ним! Лови! Отлично! Открой! Сейчас!
открой. Сейчас. Старина Престон, человек благородный, мисс Фицрой, я не буду подкрадываться к тебе во сне, как эти ребята с тесаками. Так, еще один скальп, даже два. Так вот, когда получишь эту запись, советую написать завещание. И тебе понадобится оружие белых людей. Попробуй для начала вот это.
Серьезно? Вот этот старый замочек? Все. На берегу, пока ты был без сознания, ты повторял одно имя. Анна. Давай не будем об этом. Я зря слушала. Откуда ты родом, Давид? Нью-Йорк. Что ты там делал? Бизнес как бизнес. Не то, о чем стоит писать в резюме. Я так рада, что ты пришел за мной. Думаешь, как я докатился до жизни такой? Играл. А теперь я задолжал парням, у которых денег лучше не брать. Я приехал сюда, чтобы вернуть долги. Или ты думала, я решил тебя вытащить по доброте душевной? А кто тебя послал? Те, кто согласился погасить мои долги в обмен на тебя. Тебя. Ты и есть ложный пастырь? А ты Агнец? Давай лучше без прозвищ. Идет. Как они узнали, что ты придешь? У них есть настоящий пророк. Ха-ха. Или им помогли мои наниматели. Почему? Поди знай. Мне уже лучше. Ты в порядке? Я хочу увидеть Париж. Я хочу все. Ну, теперь все зависит от тебя. Никто больше... Стоп! 74 градуса западной долготы. Это не Париж. Это Нью-Йорк. Откуда ты знаешь? У меня было много свободного времени, мистер Дэвид.
Я отлично выучила географию. Я проигрался. И один парень, он сказал, что спишет мой долг за твое спасение. Ладно тебе, все. Ну же, все будет нормально. Посмотри на меня. Поговори со мной.